Участник Борис Мартинес. Мартинес из Хорватии. Двадцать первое место после короткой программы. 20 лет этому фигуристу. В прошлом году на чемпионате Европы он не попал в произвольную программу. Каскад из тройного лутца и двойного тулупа. Тройной Ридбергер. Неважный, прямо скажем. Thank you.
впрочем, заметно устал уже фигурист к концу программы. Вот комбинацию прыжков из двух двойных акселей он выполнял, что называется, уже на пределе. Ну, конечно, мы, кроме исполнения прыжков, кроме технического мастерства, естественно, хотим видеть в исполнении фигуристов то, что называется, программой. То есть она должна быть осмысленной, она должна быть с каким-то сюжетом желательно. Но вот у фигуристов, которые выступают в этой разминке, конечно, от них сложно этого требовать, потому что, ну, во-первых, в техническом отношении не хватает соответствующей техники, им приходится больше думать. Вот на примере этого фигуриста это было очень хорошо видно, когда он выполняет просто отдельные какие-то элементы, отдельные прыжки, не всегда удачно. И, конечно, тут уже не создание какого-то образа, здесь скорее все мысли о том, чтобы выполнить все элементы достойно. Вот начало было неплохим, мы видели очень хороший первый прыжок. Другое дело, что не так-то просто сохранить силы до конца программы. Потом были и ошибки, были падения. Видели, как радовался тренер первому удачному прыжку и как было недовольно тем, что упал Борос Мартинес. Максима. Напоминаю, он занимал 21 место после короткой программы. Но видим, пока результат у него из трех тех фигуристов, которые уже выступили, самый слабый 158. 158 – это...